Население, большинство вопросов это благоустройство, а население на это не платит, на благоустройство. У них нет счета фактуры, как бы строка. Вот один из вариантов мы предлагали, ведь в основном же дворы, они же не от того, что там люди пешком ходят, разрушаются, а именно там машина. Вот, и хотели для автолюбителей вот, создавать такие парковки, при этом еще не во всех дворах это возможно. И при этом вот эту оплату внести, потом направить на благоустройство. Человек, когда покупает машину, он должен уже заранее думать, где же эту машину будет ставить. То есть у него только два места. Это первый гараж, если это есть, или же стоянка места на где-то там парковке. Другого нет. То есть двор это точно не место для машин. То есть сегодня по 185 закону ремонт дворов вообще ну как не предусмотрено. Когда чище-то он должен проводиться? Ну вот как раз я же говорю, что сегодня население не оплачивает. Там вообще история такая странная. Значит, странная. Значит, во-первых, провели же межевание. Все сейчас земельные участки отмежеваны. То есть они прикреплены к какому-нибудь там зданию, там строению, также и жилых домах. Но население налог не оплачивает, потому что там какой-то есть юридический казус. Тут население должно было 100% все дружно пойти в рехпалату, и там должны были зарегистрироваться. Но этого, естественно, никто не сделал. Вот. И сейчас они вроде бы отмежеваны, к домам прикреплены. Власть что говорит? Что территория уже это ваша, то есть сами вы можете собрать собрание, принять решение, собрать дополнительные деньги и потом что хотите, то делайте. Вот. Но, естественно, это огромная сумма требуется для этого. Это асфальтировка, примерно коробка стоит где-то 15 миллионов. То есть ну, такая большая коробка уже там на 3-4 дома. Вот. Земля стоит столько? Нет, это асфальтировка, стоимость асфальтировки, да. Естественно, население это не соберет. И вот сейчас действительно вот государство это ваше, то есть, а жители, естественно, это не соберутся не смогут, да. Могут сказать и не надо, в принципе, могут и так сказать, значит, там столько территории. Но и закон, в принципе, который должен быть придумывать территории. И вот сейчас, но тем не менее, государство выделяет деньги, но ее просто мало. То есть, если у нас в районе примерно в год, ну там сколько там, может быть 30, может там 15 дворов, ну это как бы очень мало. Делается. Делается, да.